Промышленный концерн «Балю Машин» специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники. «Балю Машин» занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы. Ежегодно производится и поставляется более чем в 30 стран 2 миллиона единиц тепловой техники, в том числе тепловых завес, тепловых пушек и конвекторов. Они разработали более 40 различных BIM-моделей своих систем и разместили их в библиотеке информационных моделей BIMLIB. Все модели компании «Балю Машин» имеют массу параметров, необходимых проектировщику. Также семейство содержит УГО, которое позволяет выводить модели на лист при низком уровне детализации. Рассмотрим необходимые шаги для загрузки моделей в проект Autodesk Revit. Для этого перейдем на сайт и в разделе «Производители» найдем компанию «Балю Машин». Далее выберем одну из представленных моделей и нажмем «Скачать в 3D». В выплывающем окне вы можете выбрать RFA-файл с моделью и RVT-файл со специализированной спецификацией. После скачивания откроем проект Revit и перейдем на вкладку «Вставка», «Загрузить семейство» и выберем «Загруженные семейства». После оптимизации и загрузки вы сможете добавить его в ваш проект Revit. Компания BIMLIB разработала специальный плагин, значительно облегчающий загрузку моделей в проект. Для того, чтобы воспользоваться им, перейдите на сайт и скачайте плагин BIMLIB. После загрузки и установки его на ваш компьютер откроем проект Revit и перейдем на вкладку BIMLIB и кликнем по иконке модели. В открывшемся меню вы можете найти производителя «Балю Машин» и загрузить модели компании без необходимости покидать проект Revit. После скачивания модели будут добавлены в проект и можно будет их разместить в вашем проекте.